Сейчас в торговых центрах проводятся масштабные проверки на предмет безопасности. Проверяется пожарная сигнализация, входы и выходы из здания, наличие огнетушителей и подготовки персонала на случай экстренных ситуаций. Но в первую очередь безопасность людей зависит от тех, кто организует свой бизнес. К сожалению, многие подходят к нему с точки зрения получения быстрой прибыли. Мы, конечно, очень надеемся на то, что бизнес должен быть порядочным. Но, как показывает практика, да, то доверяй, но проверяй. К сожалению, мы очень рано подумали о том, что бизнес будет действительно отвечать за свои поступки. Пока нет, мы видим, что и у нас это явно видно, что бизнес старается заработать. Глава города просит предпринимателей подойти к вопросу пожарной безопасности неформально на бумаге. Да и многие из них действительно напуганы случившимся в Кемерово и сами просят проверяющих прийти с проверкой. Не против и чему-то новому научиться. Есть уже предложение по созданию в крупных торговых центрах мобильных пожарных бригад из числа сотрудников. Для того, чтобы они понимали, какие обязанности у них есть, они могут принимать участие в бесплатных семинарах, которые проводятся на территории торгово-промышленная палата. Торгово-промышленная палата всех оповещает об этих семинарах. Там ведет этот семинар представитель МЧС. Он информирует о том, как надо бороться с захламленностью, как необходимо обеспечить противопожарные выходы и так далее. То есть у нас планируется даже создание противопожарных бригад на объектах бизнеса. Подняли на координационном совете тему подключения к водоснабжению объектов бизнеса. Если у кого-то из бизнесменов возникают с этим проблемы, они могут обращаться в Центр поддержки предпринимательства на Кубанской, 15. Там оперативно помогут решить все вопросы. Елена Овсец, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.